Широков. Зырянов. Успел, успел Дани сейчас. Хусти рядом. Дани. Удар! Гол! Гол! Зенит впереди. И еще раз смотрим. Великолепная комбинация. Дани набирает скорость. Но должен он был выстрелить. Все-таки его уровень мастерства выше уровень вот этих футболистов в белом. И смотрите, его пас великолепный. И как Семшов. Помните, я говорил, он все время на подхвате своими под нападающими. И здесь точно пробивает. Первый мяч Семшова в составе «Зенита». Да еще в Кубке УЕФА. Да еще в Штутгарте. И теперь по сумме 3-1 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей. Ну, переиграл. Переиграл Штутгарт в этом первом тайме. Но еще есть второй. И вот смотрите, как Дани, как он расслаблен. Ускоряется. Ничего не может сделать правый защитник, мексиканец Осорио. Ну и хороший.